что такое медиахолдинг, о развитии телевидения, секретах медиасферы юным журналистам медиафорума во Всероссийском детском центре «Смена» рассказывает директор телерадиокомпании «Анапа Регион» Сергей Корабельников. По его словам, телевидение должно идти в ногу со временем, поэтому сегодня многие телерадиокомпании создают новостные сайты. Вот главное определиться, вот чтобы быть успешным, нужно понять, для кого вы работаете, кому вы даете эту информацию. Вот то, о чем я сейчас говорю, это так называемые целевые группы. Вот целевая группа телевидения, это в основном средний возраст. Молодежь сейчас уходит в интернет. За региональным телевидением будущее, потому что местные телекомпании являются медиатором между населением, его проблемами и запросами, говорит Сергей Корабельников. Сегодня к телевидению по-прежнему остается высокий процент доверия. Поэтому медиахолдинги проводят соцопросы, чтобы узнать, какие темы интересуют телезрителей. Во время встречи сменовцы рассуждают, а какое направление СМИ создали бы они. Если бы у меня была возможность, я бы открыла свое печатное издание местное. У нас в Воронежской области есть такое интернет-издание, называется «Даунтаун». Оно основано на молодежи, которые информация выкладывается такая, которая интересна публике, например, на 15-25 лет. Ксения Сайчик из Санкт-Петербурга является главным редактором газеты в своей школе. Свою будущую профессию девушка хочет связать с журналистикой. На самом деле было интересно, потому что не так часто выпадает возможность пообщаться с человеком, который напрямую связан с организацией каких-то ТВ-проектов, но тем более, что региональных телеканалов. И несмотря на то, что я как бы из большого города, мне было интересно послушать, как организовывается телевидение, все эти процессы. В конце встречи Сергей Корабельников пожелал юным журналистам идти вперед и добиваться поставленных целей. Профессия журналиста, она достаточно тернистая, всякое бывает, и она очень эмоциональна, она очень социальна сама по себе. Здесь нужно следить за каждым словом, потому что слово на самом деле убивает. И бывают поводы для очень больших эмоциональных перегрузок. Но нужно все это переживать и идти вперед.